Первый шаг уже сделан. Шейх королевства Бахрейн на Дону. Здесь он впервые, но уже готов создать целый ряд совместных предприятий. С российским бизнесом на «ты» 15 лет, а наш регион считает лучшей зоной для организации экспортных поставок из России на Ближний Восток. Страны Персидского залива – это 7 государств, и они объединены, наш бизнес переплетен, и мы видим, что экспортные возможности России просто колоссальные. Накануне бизнесмен побывал на Евродоне, попробовал целых 30 блюд из птицы и высоко оценил вкус и качество, ведь в его стране 90% продукции замороженная, да и в основном курица. А донская компания предлагает арабам охлажденное мясо индейки и пекинской утки. Наша команда вылетает туда, мы должны обследовать весь рынок, и после этого мы принимаем решение. Там очень сложно, там не так, как вот тут. У нас приехал, поставил, начал торговать. Возможность компании «Евродон» – это где-то 300-400 тонн ежедневно отправлять в Арабский залив. О точных объемах экспорта птицы на первом этапе Вадим Ванеев подробно говорить еще не готов. Хотя начало поставок возможно уже в сентябре. Основная задача, задача региона – это увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции, причем переработка. Мы уже несколько лет участвуем в выставках, и вот были буквально в ноябре месяце в Абу-Даби, где представляли потенциал ростовского региона. В марте месяце мы представляли на выставке «Галфуд» нашу продукцию в Арабских Эмиратах. По словам первого зама губернатора, бизнес идет быстрее чиновников. В ходе переговоров предложено создать совместное предприятие по переработке мяса в Бахрейне. А пока за год действия договора сторонам нужно разработать ценовую политику и ассортимент продукции, подготовить бизнес-план, а уже на втором этапе согласовать поставки птицы в арабские страны. Юлия Сурикова, Николай Андреянов, Дон-24, Ростов-на-Дону.